Александр Шувалов, агент ГРУ. Книга первая. Ахиллесова спина. Пролог. Их называют псами. Боевыми, а не декоративными. Это не домашние зверушки, избалованные незаслуженной любовью хозяев, разжиревшие от безделия. Мощные челюсти, острые зубы, многочисленные шрамы, как память о минувших битвах. Шипастые ошейники на крепких, коротких шеях. Бесстрашный, оценивающий взгляд с легким прищуром. Такие не нижатся на мягких перинках и не валяются на хозяйских диванах. Их принято держать подальше от посторонних глаз. Думаю, это правильно. Родина мать и в прошлом-то не особо жаловала их. У нее всегда были другие любимцы, а сейчас уж и подавно. Они, между прочим, не в обиде, потому что боевой пес это не только порода но и состояние души. Иногда случается так, что владельцам этих милых собачек становится сильно некомфортно жить на свете. В таких случаях они вдруг вспоминают о своих питомцах, спускают их с поводков и командуют в фас. Псы молча, без зла и пошлого визга мчат сорвать в клочья тех, кто имел неосторожность обидите их хозяина, или кого тот сам захотел чуточку наказать. Тогда всем, кто это видит, становится жутко. Потом они обязательно возвращаются, все, кому повезло остаться в живых. Потому что боевой пес никогда не предаст. Это вам не кошечка, которая мурлычет, ласково трется о ногу, желая получить блюдечко с молоком и миску с питательным вискосом. Но она легко меняет место обитания, если на горизонте замаячили условия посытнее. Пес служит хозяину просто потому, что тут у него есть. Большая, доложу я вам, редкость в наш век повального цинизма и тотального предательства. Начало нынешнего века. Китай. Провинция Хэбэй. Одна из загородных баз главного разведывательного управления Народно-освободительной армии Китая. Вторник. Около девяти часов утра. Один противник впереди, второй сзади, еще парочка по бокам. Если вовремя не задать стрекача, Дело может закончиться хорошенькой коллективной дракой. Это когда одного избивает целый коллектив. Хотя человек, стоявший в центре зала, спасаться бегством почему-то вовсе не собирался. Нет ничего проще, чем сразиться в одиночку с целой толпой и победить. По крайней мере, у персонажей всех подряд боевиков, снятых не только в Голливуде, но ну и где угодно еще, это выходит очень даже неплохо. Бах, трах, может даже кия. В итоге враг, разумеется, повержен. Главный герой, поцарапанный самую малость, страстно целует в дёсны грудастую блондинку или прекрасного усатого юношу, в зависимости от географии съемок и прихоти продюсера. Мир в очередной раз спасен. Да здравствует демократия, диетическая пепси и регулярные занятия физкультурой. В кинозале зажигается свет. Почтеннейшая публика с гроздями макаронных изделий на ушах степенно движется к выходу. Даже самый гугнявый мужичонка в этот момент представляет себя таким же, как тот парень на экране сильным, резким и смертельно опасным. Кстати, он имеет полное право на это, потому что потратился на билет. В реальной некиношной жизни любой здоровяк, если он, конечно, не ушиблен на всю голову, всеми силами постарается избежать драки с численно превосходящим противником. Герой-одиночка рванет с низкого старта так, что только пятки засверкают. Потому что прекрасно понимает, тут без вариантов. Навалятся, тупо задавят потной массой и порвут. Только тапочки останутся. И пряжка от ремня. Нет, ребята, как хотите, но любая такая махаловка одного против многих это почти всегда стопроцентное попадалово. Но вот человек, стоявший в центре зала, так не думал. Никакой, кстати, не ни атлет с виду. Плюгавый, тщедушный азиат, ко всему прочему, уже не первой молодость и даже не второй. Стрекашка, будем пока называть его так, поднял ладони на уровень плеч и сделал знак противникам. Дескать, что устали, нападайте, ребята. Те будто того только и ждали, бросились со всех сторон одновременно, демонстрируя хорошую выучку и понимание правил честного поединка. Это когда несколько против одного. Лишь все в том же кино герой зверски метелит очередного злодея, подельники которого стыда терпеливо ожидают. Когда же придет их черед получать урыло? В реальной жизни четверо умелых бойцов против одного имеют стопроцентные шансы на успех. Почти всегда. Иной раз бывают и исключения. В последний момент старикашка с непостижимой быстротой ушел с линии атаки. Двое нападавших со всей дури врезались друг в дружку. Еще один просто проскочил мимо, а вот четвертому не повезло. Старик-то на поверку оказался бойцом, да еще каким. Легким, почти незаметным глазу поворотом руки он отвел в сторону крупный кулак, несущийся прямо ему в челюсть. Потом он как бы слегка прикоснулся ладошкой к левому боку парня, нападавшего на него, и тут же плавненько но достаточно резво ушел в сторону. Лицо человека, словившего этот смехотворный хлопок, в раз исказилось. Крупный плечистый китаец и явно уроженец одной из северных провинций прижал руки к пораженному месту, рухнул на пол и потух. Крепкие ребята, нападавшие на старичка, с похвальной быстротой перегруппировались и снова набросились на него. Теперь уже только с трех сторон, но опять одновременно. Наука, как известно, знает все. Она не просто так утверждает, что с возрастом любой человек теряет скорость и в конце концов становится медлительным, как черепаха. Только вот тот самый дедусь, находящийся в центре зала, плевать хотел на законы науки. Он, к слову сказать, вообще не питал особого почтения ко всем подряд законам и правилам, регулярно нарушал их оптом и в розницу. Стречок крутнулся на месте, прихватил одного из здравяков, несущихся на него, и направил дальше того, как любят говорить борцы, унесло за горизонт. Мастер тут же встретил третьего супостата. На сей раз в стык жестко, корпус в корпус. Они столкнулись. Один, куда более крупный, упал и остался лежать. Стрик тут же развернулся, отбил один удар, уклонился от второго и сам ответил «Легонько!»